Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и давно не слышались. Вот наконец-то у меня появилась возможность записать подкаст, в котором я хочу объяснить, что случилось и вообще почему на канале ничего нет. Итак, начнем по порядку. Первая и, наверное, самая главная причина – это мой старый ком, который уже кричит «Убейте меня, хватит меня мучать!». Вскрытие показало, что у меня сразу две проблемы, два в одном, так сказать, и первая – это блок питания, который уже явно за 8 лет свое отработал. И вторая проблема – это мой основной жесткий диск на 2 терабайта, на который я и веду запись видео, где у меня хранятся все файлы, он начал понемножку сыпаться. Из-за этого иногда бывает подтормаживание, начинает сыпаться картинка записанного видео, а основной SSD-диск у меня всего лишь на 120 гигабайт, то есть никакое видео я туда писать соответственно не смогу. В итоге я, в общем-то, решил избавиться от проблемы кардинально и просто купить новый комп. То есть почти полностью все заменить, и чтобы у нас все прекрасно работало и видео были еще качественнее. А то на моей текущей конфигурации даже тот же Day Standalone довольно проблемно записать, потому что под процессоры AMD FX он довольно плохо оптимизирован, а видео с лагами и 15-20 FPS я для вас делать не хочу. Все-таки хочется, чтобы картинка была плавной и видео было довольно качественное. Исходя из этого всего, я себе наконец-то решил собрать нормальный комп на Intel Core i7, который идеально пойдет и для игр, и для записи этих самых игр, и для монтажа видео, и для его рендеринга. Как только я получу все комплектующие, сразу же постараюсь для вас сделать видео со сборкой этого самого компьютера, а то там задумывается кое-что интересненькое. А что именно, я пока что, пожалуй, оставлю это в секрете. А еще, что самое главное, на новом компьютере я наконец-то смогу нормально стримить в нормальном качестве, без никаких лагов. Это, пожалуй, то, чего я сейчас больше всего хочу. А то на моем текущем компьютере, даже когда он был полностью исправен, стримить было довольно проблематично. Даже тот же CSGO довольно сильно лагал при стриминге, и играть было явно некомфортно. Вот блин, даже геймплей CSGO, который вы сейчас видите на заднем плане, мне было очень сложно записать, у меня комп где-то два раза выключался. Но в итоге у меня хоть как-то получилось это все записать через ShadowPlay на свой SSD накопитель. Поверьте, это было очень сложно, но я все же смог, потому что подкаст просто так слушать без никакого геймплея на заднем плане, это было бы довольно скучно. А так хоть посмотрите, как я там на заднем плане ракую. Эх, иногда это бывает весело. В общем, что по итогу, чего ждать и когда ждать? Как только я возьму себе новый комп, а будет это где-то в октябре, точных чисел, к сожалению, назвать не могу, тогда после этого я вам обещаю наконец-то взять и нормально заняться каналом. Тогда уже и видео будут выходить более регулярно, и качество этих видео будет получше, да и прохождений на канале станет явно побольше. Продолжим старые прохождения, например, тот же Fallout 4, который я уже безумно хочу поиграть, потому что соскучился по нему. Будет еще много видео по CSGO, там всякие матчмейкинги, обзорчики, в общем, самое-самое интересное. Также очень хочется вернуться в Days, в который я очень давно не играл, Days Standalone, Days Mod. Я уверен, там уже много чего интересного добавили, чего я еще не видел, и посмотреть на это все будет явно очень интересно. Даже, возможно, Days как раз таки будем стримить. Потому что игра для стрима явно неплохая, побегать с подписчиками, я думаю, будет интересно. Также еще в планах пройти одну довольно новую игру, которую я хотел пройти еще давно, это This is the Police. Я вот смотрел первый взгляд на ютубе на эту игру, и она мне показалась очень интересной. Думаю, ее мы также обязательно пройдем. Еще что бы очень хотелось возобновить, это Майнкрафт, который вы уже давно ждете, и все никак я не мог его нормально начать. Вот думаю, как раз таки привезут новый комп, времени у меня будет уже побольше, тогда и все будет. Продолжим наши приключения в Майнкрафте, думаю, будет интересно. Также осенью у нас выходит довольно много новинок, на которые бы очень хотелось посмотреть. Если будет что-то интересное, то тоже с радостью для вас пройду. Ну что же, вроде как на этом все. Рассказал я вам о ситуации, о планах, и осталось только дождаться нового компьютера. Когда все придет и будет уже готово, я обязательно постараюсь для вас снять распаковочку и сборку этого самого ПК. Надеюсь, что все получится довольно быстро и ждать нам долго не придется. На этом будем прощаться. Всем огромное спасибо, что послушали подкаст. С вами был Андрикс. И мы еще обязательно постараемся как можно скорее увидеться. Играйте в хорошие игры, любите уточек. Всем пока!